Вот она, разгрузка крупномерного материала. Так, с этой стороны крону поддерживают деревья. Рабочие. Так, начинают разворачивать. С той стороны готов прикоп, достаточно глубокий. Сейчас положат туда ком. Уходит. Все, поставили. С этой стороны крону держат ребята. И сейчас с помощью бобкета начнут устанавливать. Уже вертикально. Все, вот стало еще одно деревце, достаточно высокое. Тут уже начинают закапывать.